8 машин «Лада Веста» пополнили гараж правительства Самарской области. Они займут места автомобилей премиум-класса марок Nissan, Audi и Toyota. А вот куда отправятся не «Весты» в нашем материале. Классического черного цвета с механической коробкой передач в зоне выдачи автомобилей в ВАЗовском дилерском центре сегодня исключительно «Весты» для правительства области. Иван Колотилин, водитель, признается, доводилось работать на разных машинах. За рулем «Весты» впервые, но преимущество оценил с первого километра. Ну, новая машина, как бы она есть, и новая машина, как бы, то есть комфортная, удобная. Климат здесь высокий, нормальный, то есть для наших дорог, как бы это вообще очень хорошее. Эти 8 авто займут места модели премиум-класса Nissan Tiana, Audi A6 и Toyota Camry. Всех невест планируют отправить с молотка в ближайшее время. Как отмечают специалисты, рокировка позволит заметно сэкономить. Экономятся деньги на ремонт автомобилей, на топливо автомобилей, так как машина потребляет меньше топлива, ну и менее дорогостоящий ремонт. По инициативе губернатора Самарской области на отечественные автомобили заменят 200 иномарок. Делать это будут постепенно. Следующая партия ВАЗовских новинок ожидается в правительственном автопарке в апреле. На этот раз «Весты» займут парковочные места еще 8 «Ауди». В перспективе на машины тольяттинского производства должны пересесть 80-90% госслужащих. Дарья Фельбыш, Алексей Белебискин, «Новости губернии».